Режим ограничительных мер продлен на территории Ненецкого округа до конца октября. Такое решение было принято накануне на оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. В сентябре в округе выявлено 20 случаев заболевания COVID-19. В основном это жители города Нарьян-Мар и поселка Искатели, вернувшиеся с большой земли. Нельзя сказать, что заболеваемость в регионе резко подскочила в первый осенний месяц, как ожидалось ранее в связи с возвращением северян из отпусков и началом нового учебного года. В августе заболевших жителей округа было почти столько же – 16. С начала учебного года в школах округа выявили только 2 случая COVID-19 в преподавательском составе. Среди школьников заболевших и вовсе не было. Но это не говорит о том, что эпидемиологическая ситуация в регионе будет сохраняться на этом уровне на фоне надвигающейся сезонной заболеваемости ОРВИ и гриппа. Может быть, удаленность от большой земли, закрытие навигации и нечастые перелеты в другие регионы и защитят жителей округа от второй волны пандемии, но только при соблюдении строгих мер безопасности внутри региона. В Ненецком округе продлен режим повышенной готовности до 31 октября. В общественных местах введен масочный режим. Продолжается массовая вакцинация против гриппа взрослого населения и детей. Когда вы делаете вакцину, в данном случае от вируса гриппа типа А и Б, вы защищаете не только себя, но и ваших близких. Потому что грипп, как известно, высококонтагиозен, то есть заразен. Да? И опасен не столько сам грипп, как его осложнения. Осложнения, которые могут возникать внезапно, исподволь. Они за последние 3 года, существует статистика, поражают молодую, здоровую часть населения, не только детей и стариков. Наиболее опасными осложнениями являются такие, как пневмонии, так называемые молчаливые, слепые пневмонии, да, которые могут приводить вплоть до летального исхода. Ни в коем случае не хочется никого пугать, но на сегодняшний день, и действительно это гордость в нашей стране, иммунологическая служба и разработка вакцины от ковида это подтвердила, является одной из лучших служб в мире. И безусловно, люди говорят, я общался с соседями, я общался с коллегами, с друзьями. Кто из вас вакцинировался? Почему вы этого не делали? Отвечают, например, моя жена делала вакцину 5 лет назад, у нее болело плечо. Кто-то говорит, я делал, у меня была температура. Почему здесь нельзя обобщать? Каждая вакцина отличается. Та вакцина, которая сейчас в достаточном количестве, хочу подчеркнуть, поступила в лечебное учреждение нашего округа, это вакцина Совигрипп. Она содержит антигены вируса типа А и Б, и при этом она формирует специфический иммунитет гриппа, который появляется уже через 8-12 дней. И этот иммунитет сохраняется до 12 месяцев. Ненецкий округ соединен прямым авиасообщением с Москвой, Санкт-Петербургом и Архангельском, городами с худшей эпидемиологической ситуацией по COVID-19. В столице число заразившихся новой коронавирусной инфекцией приблизилось к весенним пикам заболеваемости. Здесь вновь переводят сотрудников на дистанционную работу, а лицам старше 65 лет предписано не выходить из дома. Согласно распоряжению мэра Москвы, с 5 по 18 октября включительно установлены каникулы для учащихся всех образовательных организаций. Не лучшим образом развиваются события в соседней Архангельской области, где и без того эпидемиологическая ситуация с начала пандемии выглядела не лучшим образом. Небольшая по сравнению с другими регионами область, где проживает немногим более 1 миллиона человек, сегодня входит в 20-ку субъектов Российской Федерации с наихудшим показателями по COVID-19. Только за последних 5 дней в области зафиксировано 645 новых случаев заболевания. По 120-150 случаев в день. Всего с начала пандемии здесь выявлено более 13 тысяч зараженных. 260 человек скончались. Поэтому, выезжая за пределы округа в такие города, как Архангельск и Москва, подумайте, может стоить отложить поездку до более благополучных времен. Любовь Пермякова, Антон Ведряков, телеканал «Север».